Я двигал там, мне ситуация, мне деньги нужны. 1010. Только ты не подумай, что я не хочу тебе помочь. Ты думаешь, я и твой отец так сразу разбогатели? Понял. Ладно, спасибо. Ты не обиделся? Да нет, вы что, можете не провожать. Философ хрена. Казино же закрыто. Да даже если бы, меня все равно туда не пускали. Слушай, а если мы устроим приватный покер-турнир? Без проблем. И че? Ну, давай. Вот если вы решите следующую задачу, или кто-нибудь сидящий здесь в аудитории решит, то этому человеку ставлю автомат за семестр. Ну что, Азамат, я как обещал, ставлю тебе автомат за семестр. Чем могу помочь? Нет-нет, помогать не надо. В общем, я хотела вас отблагодарить и приготовила сюрприз. Чика, а ты почему не кушаешь? Мне жирное нельзя. Хотя, ради такого плова, я думаю, можно сделать одно исключение. Иска, салам. Слушай, ты можешь мне найти замену на работе? Я, кажется, не доеду. Да, приболел немножко. Рахмат, Иска, от души. Здравствуйте. Документы таптың ба? Иче, документы еще не нашлись. Но я маме звонила, и она сказала, что в ближайшее время восстановим. Только надо подождать чуть-чуть. Я же за учебу, за проживание заплатила ведь. Иче, пожалуйста, подождите еще чуть-чуть. Будут, не будут. А может, нет этих документов? Может, ты поселилась, чтобы воровать? Иджи, что вы говорите? Я вам не вру. Документы были. Просто их украли. А брох, сен документын дечким көрбөп турго? Что, я теперь буду ходить и каждому говорить, что Азизова не врет? Акчаң бар ба? Да, есть чуть-чуть. Кечинде мага келчи. Поговорим. А чё Бурулка-то приходила? На обед тебя съесть хотела? Нет, на ужин оставила. Мама была права. Не надо было сюда ехать. Не успела приехать, и столько проблем. А еще Чингиз за меня попал в больницу. Ты что, глупенькая? До сих пор переживаешь по этому поводу? Конечно. Не расстраивайся. Все будет хорошо.
Выздоровей твой Чингис. Тем более он сам пошел на это. Ради тебя, кстати. Да нет. Ну, а что ты смущаешься-то сразу? Я? Я не смущаюсь. Да ладно, видно ведь. Все обязательно наладится. Он точно выздоровеет. Ведь с ним рядом Азамат. Он заботливый. А ты откуда знаешь, что он заботливый? Видно же. А где видно? Ну как, Азамат, он всегда такой общительный. Ну, а что ты смущаешься? Ну, не смущаюсь я. Ой, засмущалась-то. Еще про меня что-то говорит. Сама-то вон покраснела. Ух ты. О, Балам, как ты? Нормально, бодрячком. Ты сам как? Ну, пацаны, с тобой вообще шикарно. Да, хорошо. А, тебе же этот врач сказал, надо срочно лекарство выпить. Я сейчас за водой схожу. Давай кое-над кем потащим. Над кем? Да ты послушай. Азер. Матас. Я говорю, что получится точно. Чего вы смеетесь? Мы? Да. Я же вижу, вы смеетесь. Аза, ты в каком веке живешь? В 21-м, а чё? А чё за парашюты? Такие уже давно никто не носит. Да нормальный парашют, чё? Серьёзно, бишкекские пацаны давно другие ходят. А каких? Стрингер. Серьезно? Ты тоже что ли? Я тебе говорю, мы сначала тоже думали, бабский, то все, потом поняли, реальная тема, удобно, не натирает. И малышки, знаешь, как смотрят? Вот так сделаешь, ишь, вот. Хоте, гиби мне. Ну, я не сам, потом жалеть будешь. Гиби мне, Павел. Уже мне для парашютов делать, мама. Оденет, оденет, точно говорю. Не знаю еще. Здравствуйте. Тахмина. Да? Я тебе поздравляю. С чем? Как с чем? Твои документы нашлись. Серьезно? Да. Кутман, дворник наш, вчера вечером двор подметал и нашел. А они у вас? Нет, у коменданши все. У коменданши? Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Ишь ты, комиссия. Коменданши. Что она тогда тебя все утро дергала, если документы у нее? Деньги она хочет. Привет. Привет. Привет, Надя. Привет. Как дела? Хорошо, ты как, Азамат? О? Как Чингис? А ты что, не знаешь, что ли? Нет. Я шучу. Ну нельзя так шутить. Ну я знаю. Просто ему плохо чуть-чуть стало. У него язва, оказывается. Жирная, жареная, нельзя ему. Ну, ему хорошо сейчас. Он сейчас хорошо. В комнате у себя. А ты куда идешь? Я на почту. Зачем? Мне имейл отправили, оказывается. Да? А может быть, тебе тогда не на почту, а в интернет-кафе надо? Нет, мне сказали, имейл отправили на почту. Тогда пойдем вместе, мне тоже нужно. Да? Давай. Пойдем с нами. Нет, мне надо идти. Ладно. Чингизу проведу. Давай. Пока. Чингизу, привет. А у тебя что, до сих пор своей почты нет? Да шучу я, ты что, реально думаешь, что я интернет не знаю, что ли? Ну как, у тебя получается? А?
Я говорю, у тебя получается? Да, получается. Сейчас чуть-чуть осталось. Азамат, а тебе в городе нравится? Да, в городе нравится. А тебе нравится? Мне тоже. Ты так модно одеваешься. Я бы даже сказала, продвинуто. Спасибо. Ты тоже модно одеваешься. Цветочки, цветочки здесь. Дырка, дырка, дырка. Спасибо. Может, погуляем после? Давай. Да? Давай. Классно. Спасибо. Ну, как жизнь? Как Лондон? Как учеба? Нормально, Лондон стоит. Научились, вот теперь здесь двигаемся. Ну-ну. Кстати, я чего и хотел с вами-то встретиться. Предлагаю организовать покерную игру. Просто в клубе зачем сидеть? 2-3 штуки, смысла нет. А так, сами соберемся, сами поиграем. Ну, вы-то как ценитель, знаете, о чем я говорю? Так, ну что ж, интересно. Интересно. Без проблем, давай организую. Минимальный вход по десятке. Договорились. Вообще можно как традицию сделать. Каждый четверг, субботу собираться своим кругом. Слушай, а может тогда свой клуб замутишь? Заодно и отца подтянем. Нет, это у нас не семейный бизнес. Я здесь отдельно. Если открываемся, только вместе. Красавчик. Но это в будущем. Так договорились. По рукам. Все, бахбаки. Побежал я. Все. Удачи. Давай. Как дела? Хорошо. Как здоровье? Вы простите меня за вчерашний день. Стоп. Я тебе наоборот благодарен. Давно так не отлеживался. И наконец, давай перейдем на «ты». Договорились? Хорошо. Но вы все равно... Но ты все равно прости меня. А это вам. То есть тебе. Спасибо. Ух ты! Плов по-ужски? Только диетическая версия. Спасибо большое. Тахмин, ты присаживайся. Как там документы? Документы нашлись. Отлично, поздравляю. Здорово. Да. А что такая грустная? Она их не отдает. Кто их не отдает? Пурулыджи. Почему? Она сказала, чтобы я к ней вечером зашла с деньгами. А вот насчет документов ни слова. Так неправильно. Ты хочешь, я с ней поговорю? Нет. Мне кажется, хуже будет. Она и так меня не любит. С первого дня нашего знакомства. Но я надеюсь, ты не будешь платить ей. Посмотрим. Вечером с ней поговорю. Ладно, мне пора. На завтра надо готовиться. А вы выздоравливайте. То есть ты выздоравливай. Пока. Спасибо за плов. Вы в них ходите? Ты что, носишь, что ли? Вы же сами сказали, половина Бишкека в них ходит. Ну да, только не мужская. Вы что, меня обманули, да? Да? Обманули? Вот такая сын! Ладно, он, саган не жоқ. Ну, может, по-дружески, а? По-дружески, я им кто юлю отцам на жардам бельмем, кто? Ладно, Аза, чё ты? I love you. Чоку. И вот приходит и говорит, кто отгадает мою загадку, тому автоматом зачет. А загадка такая. Значит, собирает хан всех лучших джигитов со своего царства и объявляет, чья лошадь придет последней до финиша, тому его дочь в жены и полцарства придачу.
И, соответственно, все джигиты стояли на месте. И вопрос такой. Что сказал царь, что все джигиты рванули вперед? Ответ состоит из двух слов. Интересно, да? Он же у вас преподавал на первом курсе, да, Надя? Надя, ты такую загадку знаешь? М? Говорил он вам? Странный он какой-то, да? Кто, препод? Нет. Азамат. Азамат странный? Не знаю. Не замечала. Одевается так интересно. Да нет, нормально он одевается. Нет. Странный. Не знаю. Нормально вроде. Интересно, что же он сказал? Длина одного из катетов прямоугольного треугольника больше длины другого на 10 сантиметров, но меньше длины. Аза? Гипотенуза. Слышь, Аза. Мне. Тут помощь твоя нужна. Стринги выбрать, что ли? Да хорош уже обижаться. Там тут реально твоя помощь нужна. Чё надо? Помнишь, Тахмина документы потеряла? Так вот, они типа нашлись только у Буруладжи. Ага. А та вымогает деньги у Тахмина. Буруладжи? Деньги вымогает? У Тахмина. Ты поможешь достать документы? Ну, я ее отвлеку, а ты пока незаметно в ее комнате найдешь. А как ты ее отвлечешь? Ну, я придумаю что-нибудь. Че, поможешь? Хорошо. Да? Спасибо. Давай. О, Надя, привет. Привет. Это тебе. О, а за что? Автомат за семестр. Ага, спасибо. А что там? Ты только не обижайся. Спасибо. Көріп қалған тұрбай, ә? Нең тұрбай, Андрей. Говори. Пас. 500. Две штуки. Коп. Пас. Шесть. Оуэн. Пас. Байкет, вы качаете, да? Ну, вот так вот, ну, я покажу, да? Ну, две пары. Вот так вот. Кто сомневался? Кто сомневался? Должен, спасибо.
Ну вот так вот, вот так вот. По-моему, идея-то замечательная. По четвергам собираться. Да. А пока, да? Да, это святое. Ну и вечер обещает быть многогранным. Ага, да, да, да. Бурулыджи, я как раз вас ищу. Что случилось, Нентимиш? Как ваше дело? Нормально. Пошел левер? Ну давай, давай говори, не тяни. Я так устала, я хочу спать. Рулджи, ну я к вам по серьезному делу, если честно. Вы же знаете, какие старые у нас окна. Пора их менять давно, да? Да что с тобой, Чингис? Какие окна, айланайн? Он жылдан бери, жадагаса, терезелер, ешиктер, оңдоон калыбыз жок. Поэтому же надо поднимать этот вопрос, согласитесь? Чтоб починить ну все. Ну вот и завтра подними, а теперь иди спать, амин. Башым дортпай, башына мен уйкум келди. Эй, мне керек саған? Іштеме? Бар жет. Эй, жат деймін. Олвин! Чё, стрит ни о чём? Вообще. Кол? Скрывается. О, так. Сет. Пуха. Да ну. Рахмат, байки. Ну, смотрю, игра подходит к концу, наверное, будем закругляться, да, уже? Да не, Андрей, ты иди, а мы с твоим другом еще поиграем. В смысле? Ремонт. Или ты тоже хочешь с ним остаться? Да нет, хорош, Бакин. Че за фигня? Ну, не повезло, че? Че такое, в чем дело? Да не, вы что нас хотите здесь развести, что ли? Ты кого с собой привел? Это же Катава. Это же тебя в Алмате не пускают. И здесь ты нигде не вписываешься. Я вас не понял, ребят, мы что с Байкишкой на сладких тортиков похожи, которых можно развести? А? Не, так не пойдет. Сейчас мы сыграем мою игру. Называется она «Кыргызская рулетка». Хорош, хорош. Ты начинаешь.